Привет, это Вероника из Америки. Хочу показать вам, какие зимние одежды для молодежи продаются в американских магазинах. Давайте пройдемся. Смотрите, какие интересные. Свитерки коротенькие. Коротенькие свитерки в Америке одевают даже полненькие молодые женщины. Такие милые тапочки. Это для волос. А это тапочки. Все. Координейтед. Все должно подходить. А это для деточек, молодых мам, костюмчики, чтобы мама и ребенок смотрелись похоже, одинаково. Здесь у американцев очень популярно смотреться очень похоже. Мама и дочь очень похожи в одежде. А здесь я хочу показать коллекцию новую. Она называется Lego. Эти все сумочки, подушечки. Курточки, шапочки, видите, какие красивые. Рубашечки, очень красивые. Свитерки, все яркое, хорошее. Мне этот свитерок нравится. Прекрасный свитерок. А вот смотрите, какой темно-синий. Я любительница голубых цветов. Все оттенки голубых. А это интересная футболка. Хотите посмотреть, сколько эта футболка стоит? $15. Женские кардиганы красивые. А вот для малышей, смотрите, какой хороший костюмчик одеть маленького. $20. Красавчик. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, свои оценки, свои комментарии. И до скорых видеороликов. Пока, с вами была ваша Вероника.